мечети, если вы посещали в Рамадане, то есть почему в Рамадане мечети полные, а мне в Рамадане мечети пустые? Задается тоже вопрос. То есть Аллах Субхана ва Тааля как полюбил мусульман, как полюбил Рамадан, и также он другие остальные месяцы тоже полюбил Аллах Субхана ва Тааля. Поэтому помимо того, что в Рамадане мы также должны с вами находить время для того, чтобы посещать дом Аллаха Субхана ва Тааля. То есть хотя бы понятно, что есть у нас с каждым на работе, не бывает времени, но хотя бы неделю какой-то график выставить, на обеде на нас приехать. 2-3 раза в день хотя бы. Остаться между обеденным до нас. Или сейчас, например, летнее время будет длинной ночью. Между Магрибом до Иша остаться. Сейчас даже отговорки не может быть, потому что время где-то вечеть приходить вечером, потому что уже работа заканчивается летом. Он как бы ночь она длинная, на Магриб или на Иша. Хотя бы раз в неделю, хотя бы в пятницу. Ну, приучать чего-то надо себе. Чего-то нужно приучать. Сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман дахала байта ман дахала аль-масджид фа хуа зайирун лиллах, фа хаккун 'ала аль-мазур ан йуқима зайир". Тот, кто зашёл в дом Аллаха субхана ва тааля, он посетил, пришёл в гости к Аллаху. И обязательно тот, кого ты посетил, обязательно он тебя щедро вознаградит. То есть когда мы приходим в гости, нас угощает щедрый человек, он альхамдулиллях ещё больше он угощает. Посмотрите, какие у человека людей, какие машаллах славы. А самый щедрый это Всевышний Аллах. Как он тебя наградит, если ты пришел к нему в гости домой?